Здравствуйте, дорогие друзья и единомышленники. Время 20:32 московское. 28 число, 7 месяц, 2021 год. Вот разбираем закрома. И так, прикомплект в сторону. Так, с этой коллекцией мелких камней тоже. Что-то такое. Так, это все после. И у нас интересует вот такой ящичек. Это мне так бесплатно отдали. Выкинуть рука не позволяет. Давайте посмотрим, что там можно взять. А, кнопки нет. А, есть. Ну, так сказать, из последних DVD-проигрыватель с USB ходом Supra DVS-01. О, производитель, сами понимаете, чье, но по-русски. Даже кнопка присутствует. Ковыкл. Ну, богата комплектация. Они как-то шли сначала, я имею в виду DVD-шники, с такими выходами, потом всего было только три тюльпана, под конец опять вернулись, даже оптический выход есть, аудио. Так, ну, конечно, сделано по минимуму, даже нет ничего дисплея, только кнопка. Даже не хочет работать. Вот, хотели кино поглядеть. Ау. Ну ладно, фиксим. Клиент, скорее всего, мертв, чем жив. Нас интересует, чего внутри. Я так думаю, что там ничего нет. Ну, этот разбор видака старого вы видели. Там хоть что-то можно взять для радиолюбительских целей. То, что чего поедет. Здесь, я думаю, даже взять-то ничего. Ну, новые сейчас такие продаются. Что-то 1300-1600. Две. Так уже смысла в этих них нет. Это для особо упертых, типа меня. У кого коллекции DVD-дисков. Что-то где-то штук 200 с лишним. Один диск, один фильм. Может быть, два двухсторонних. Так. Ну и чего тут? О, Das ist fantastisch штука. Ну только если импульсный блок питания. Ну что, еще попробуем? Будешь открываться или нет?
Нет, команду на открывание. О, пошел. Давай, ну. Ура, заработал. Так, где болваночку нам еще найти? Вот этот оптический носитель. Бывают вот такие еще. Два раза меньше. Ну, универсальный. Так. Это, так сказать, замена вот такой. Ну, не такой, а большой видеокассете. Что-то у нас. Угу. Давайте посмотрим работу. Кто не видел. Хотя я думаю, видели все. Ну хотя уже да. Уже выросло поколение без этих дисков. Так. Кладем. Загрузка. Закрутилась. Вот. О, поехала головка, выехала лазерная к краю. Считывает начало диска. Так, на тюльпан тут где-то есть поблизости. Ну, в общем, короче, там заставка какая-то. Так, это я нажал на паузу. Так. Головка уехала к центру. Открылась. Ну хорошо, тебе удачно повезло. Чудо технику. Так. Вот тут такая балашечка. CD, DVD, диск, который уже практически вышел из обихода. Так, давайте махонький. Это что-то какая-то компьютер, драйверы какие-то. Ну, я имею в виду, если вот такую балашку. Эти плееры, а вот были это карманы вот на таких дисках. Так, складем. Ну, лоток. Соответственно, вырез под большой, под маленький. Все уложилось. Попробуем. Бумс. Ну, скорее всего, DVD формат этот не читает, так что он напишет ошибку. Все, встал. Вот такая была техника. И она, к сожалению, тоже ушла в историю. И стала вообще никому не нужная. Что-то на Авито такие за 300 рублей хотят толкнуть, продать. Так. Так тут, в принципе, взять нечего. Только вот импульсный блок питания. Я даже не знаю, сколько он выдает. Для поделок. Ну, привод, я думаю, вас не заинтересует. Ну, моторчик там стоит. Два. Так, в принципе, больше ничего. Вот такая техника. Которая ушла тоже в никуда.
Ну, в общем, как-то так. Продолжение следует. До новых встреч!